Всех приветствую, мои дорогие! Сегодня с вами готовим быстрый завтрак. Завтрак за считанные минуты, если с вечера отварить капусту. Вода закипела, добавляем соль. Свежую капусту нарезала вот на такие дольки, толщиной приблизительно 1 сантиметр. Опускаем в воду и варим. Варила капусту на огне чуть выше среднего в течение 5 минут. Аккуратно достаем, чтобы она у вас не развалилась до конца. Перекладываем на блюдо. Капусту мы варили в подсоленой воде, поэтому соль не добавляю. Добавляю приправу хмели сунели, немного перчика черного молотого. Вы приправы добавляете на свой вкус. Все перемешиваем. Подготовленное яйцо умакиваем капусту с двух сторон. В сковородку добавляем растительное масло, разогреваем и обжарим капусту с двух сторон до золотистого цвета. Жарим на среднем огне. Переворачиваем на другую сторону. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Мне очень будет приятно. Всем пока-пока!